Доброго времени суток, уважаемые любители киберспорта. Сегодня у нас в трансляции ТОВ Dream Team Эконом. Комментировать бой буду я, Антон Криминал, и Настя Destiny. Всем привет! Сегодня у нас играют весьма необычные команды. Это как раз таки команда Revolution и команда The Crazies. Карта у нас сегодня Forest, поэтому сегодня мы узнаем, кто же получит заветные 3 очка и получит преимущество тем самым. И сразу вопрос, Настя, как тебе эта карта? Ну, честно, давно Фореста не видела, даже давно в нее не играла, поэтому полно кустиков, только могу сказать. Ну, кусты это логично, потому что карта все-таки Форест, лес, переводится с английского. Ну, это вот не столько леса, сколько тут реально кустов. Ну что ж, оно и логично. Ну, посмотрим мы. Честно говоря, я сам не знаю, чего ожидать. До этого мы смотрели эту карту только лишь на пенальти. Причем на пенальти разные были результаты. Во многом все-таки влиял именно сетап и скилл. Ну, надеюсь, сегодня будет так же, в принципе. И не думаю, что как-то стороны смогут повлиять сильно на геймплей. То есть, в принципе, потому что они одинаковые. Так что в целом, мы увидим, что сегодня у нас будет. И ждем мы сейчас самоуничтожения игроков. Как раз остается 10 секунд до начала. Ну все же, как думаешь, какая вообще команда сможет победить на этой карте? Знаешь, ну я так сразу прям не скажу. Revolution, в принципе, я как-то так видел. Знаю, что это за команда такая. А вот как раз The Crazies не могу ничего сказать насчет них. Поэтому посмотрим, увидим, что будет дальше. Так, а меня тем временем почему-то выкинуло. Не, ну все же в The Crazies же в основном игроки с клана Epic Guards, если так не ошибаюсь. Да, сейчас я как раз прогружусь, и тебе точно скажу, кто из какого клана находится, потому что, к сожалению, у меня небольшие технические неполадки прямо перед началом раунда. Ну и даже тем временем Папай успел вернуть это свой флаг с синей базы. Не, ну что касается, опять я вот там успел мельком глянуть, кто же у нас играет. Я видел и Рулза, который как раз таки был в команде с игроками из Эпиков, насколько я помню. В принципе, даже судя по тому Рулзу, он хоть и не говорит в конференции, как раз таки тот игрок, который в Star серии любил частенько молчать, но личного скилла ему хоть отбавляй. Ну, с этим не поспорю, так как он бывший Star серии, он же вот играл постоянно на смоке. Ну, и не только на смоке, но да, в основном именно на смоке. По составам у нас, вот я как раз таки уже прогрузился. Так, за красных у нас играют как раз таки Папай, Ранзер, Сэм Грант, Склерозник и My Life, My Rules. За синих Андрей Ерболин, Комитин, 1838, PS, Гейммастер и ТР Техливан. Счет на 0-0. Смотрю быстренько по сетапам. Так, за синих у нас играет один Твинс, Вика Смоки, Васпрельса и Хантера Жига с Титана Вулканом. За красных у нас как раз таки тоже вижу Смоку, вижу Рельсу, вижу Вика Твинс и Изиду. У нас уже второй подхват. Гейммастер неплохо на фуле справляется со Склерозником. Правда, My Life Marvels на ДДшке может прострелить. Неплохой промах, конечно же. Папай остается один против трех, но здесь тяжко ему, конечно, будет, но есть шанс вернуть, и нужно, чтобы кто-то помог ему. У Метина оказалась аптечка, но Склерозник здесь на ДДшке готовится наводить порядок. Не успевает подхватить Рулс, остается Ранзер один против четырех. Ну что ж, не удается ему, конечно же,
переиграть их. Но в целом попытка была неплохая. Было два шанса вернуть флаг у Рулза. И тоже там до этого был эпизод неплохой. И счет 1-0 в пользу команды Revolution. Заходит у нас Митин 18-38 на флаг. Съел он аптечку уже. Не знаю, насколько эффективен будет Рулз в этой ситуации, но два выстрела, и в принципе Рулза уже нет. Он съел аптечку, играет он на Воспарельсе, тем временем все-таки Митин также неплохо увозит. Навстречу ему Ранзер, тут еще и аптечка, которую он может проконтролировать, но нужно теперь пытаться возвращать флаг, потому что держать некому. Папай мчится на почти что полной расходке, но это не помогает ему каким-то образом подхватить флаг. И все-таки уже счет 2-0. Какие-то проблемы испытывает у нас команда The Crysis. Заход от Сэм Гранда. Тут, правда, с ним Адри Ярболинг разбирается. Вообще, что ты думаешь по поводу Воспарельс в таком вот формате? Ну, я думаю, в принципе, каждая команда сама решает, брать Воспарельс или нет. В принципе, на Васп можно быстро флаг вывести. Ну, конечно, My Life, My Rules не показывают достойную игру на рельсе. При этом мазать слишком много раз, да, и не попадать по флагу, значит, они правильно. А может быть, все-таки дело в краске? Ну, тут тоже. Но все-таки я к этому не склонена. Ну что ж, во всяком случае, у нас тут на карте две Воспарельсы. Одна из них в краске Африка, вторая у них в Продиджи. Как раз таки Роуз у нас сегодня играет в Продиджи. Заход от Папая. Одиночный почему-то заход. Казалось бы, Зидва должна играть в паре с кем-то. Ранзер неохотно уже выезжает помогать. Разбирается он с Метином. И тут нужно что-то предпринимать. Вижу я, как Сэм Грант отвлекается на деф. Зато Склерозник выдвигается в атаку. Но пока что это все не помогает Крастым увести флаг. К тому же я вижу неплохое количество мин на их флагштоке, а у нас подхват от подхват флага от гейммастера. Ну, скорее всего, будет очередная доставка флага. Ну, он вполне в одиночку может вывести, даже если Рулз даст рельсу, а он даже не дал рельсу. Крит Смоки коварный и беспощадный. И уже счет 4-0. Тем временем даже успели пару раз убить Пеза. Это как раз таки дефер на Титана Вулкане, но все-таки видно, он продолжает ставить. Пока что покинул Склерозник бой, и, скорее всего, он будет переодеваться. Но это означает, что команда красных пока что имеет, точнее, команда синих имеет преимущество. В принципе, что они делают? Они сейчас пытаются опять в очередной раз подходить флаг, Метин безмятежно, тут даже навстречу ему Твинс едет, но и решает он сбросить и оставить флаг своему тиммейту и пострелять в итоге на красную базу. Но вижу я, возвращается Склерозник. Сетап, не обратил внимания, вроде он не изменил, гейммастер возвращает. Все-таки есть попытки увоза у красных, но пока что они неэффективны, и сам сетап, как мне кажется, неэффективен. Непонятно мне, зачем Сэм Гранду, допустим, одевать молот на викинг, хотя есть куда более динамичные сетапы. Втроем, точнее вдвоем разбираются сейчас Ранзер и Папай с Пезом, но он успевает съесть аптечку, то есть деф пока на замке. Зато я не вижу дефа у красных, то есть флаг спокойно вывозится. Очередной раз гейммастер это подтверждает. Сбрасывает он флаг своему тиммейту Метину, и тот уже в одиночестве пытается вывозить. Но правда, стоит учитывать, что Рулз заходит и Склерозник, который у нас в Зевсе. И сейчас будет плоховато, конечно же, Метину. Нужно, чтобы ему кто-то помог. Твинс не отвлекается на него. Как раз таки решил он пострелять по флагу. И, возможно, будет даже возврат у нас в исполнении красных. Но нет, все-таки Твинс успевает. И у нас, похоже, размен. Как раз таки Рулз уехал. Смотрю, что у нас на синей базе. На синей базе у нас Ранзер возвращает, скорее всего, будет. Или же не будет. Нет, все-таки успевает вернуть и
У нас, похоже, возврат, да? Набоюдный возврат. Все же, думаю, надо будет Роузу поменять краску с Продиджи на какую-то более, ну, либо Аплику, либо Енота. Знаешь, да, его краска, вот я с тобой соглашусь, она, как мне кажется, весьма неэффективна. Тут одна рельса всего лишь, с которой он не так часто, в принципе, бодается. А вот других пушек тут хватает, казалось бы, что всего по одной, но я ни разу... Все же другая краска не помешает. Да, так оно и есть, просто я лично ни разу не видел, чтобы Рулс боролся с... кто у нас там играет? Андрей Ермоленко, да-да-да. То есть ему даже больше смока мешает, ежели это рельса. Но у нас теперь размен, то есть Пес подхватил флаг. Никто Симгранда не видит у них на базе. Так вот, Вика Твинс заметил его. Ну, Симгранд в итоге ничего не может предпринять, его разбирают. Склерозник тут один против двух воюет, остается Пес фактически в одиночестве. Да, тут есть, правда, и Твинс, но не считаю его таким... В целом, хотя все-таки каким-то образом возвращает флаг, и это у нас доставка, уже 6-0. Все-таки не помог, я даже не знаю, кто там был-то, у Рулза, в общем, игрок, не помог он ему. И у нас 6-0, остается 13 секунд. Подход от склерозника. И, ну, скорее всего, этот игрок не успеет нас доставить. Все-таки викинг не васпик. Да, и вот с таким счетом заканчивается у нас первый раунд. 6-0, конечно, не оставили шансов Андрей Ермоленко и Гейммастер. Очень много они как раз-таки натворили плохого для противоположной команды. Гейммастер частенько увозил флаги, а Андрей Ермоленко частенько прописывал нужные рельсы. В итоге, закономерный счет. Вот, Настя, скажи, как ты думаешь, может быть, стоит что-то поменять именно синим? Ну, мы это Роузу определенно надо поменять краску, а вот брать зеркальный сетап, то, думаю, это вообще не стоит. Просто я, допустим, вижу у красных тяжелый корпус, в дефе он стабильно там стоит, а как раз-таки у синих я не вижу... Какого тяжелого корпуса, все ограничились викингами, хантером и васпиком. То есть вот... Но, скорее всего, они как бы выбрали себе такую позицию атакеров, нежели деферов. И, скорее всего, из-за этого оно так и получилось. Ну, конечно, мы видим, к чему это привело. Может быть, это, конечно, была такая тактика, и наши игроки... Ее тренировали, возможно, весьма успешно, но показывает первый раунд, что что-то пошло не так. Конечно, а может быть, как это обычно бывает в первом раунде, команды придираются друг к другу, понимают ошибки своих соперников. Может быть, по сетапу все так и останется, будут какие-то только минимальные лишь изменения в виде красок или еще чего-то. Но не исключено, что даже тот же Ранзер... Тоже у нас... Нет, он все-таки краску изменил. Но не исключено, что, может быть, где-то посредине раунда или в начале следующего предпримут эти тяжелый корпус наши игроки. Но все же я могу сделать еще замечание. Это красным, тем то, что... Нет, не красным, синим, извиняюсь. Тем то, что с Папайи надо снять Изиду. То есть Изида здесь ничему не помогает. Да. Не исключено, я, конечно, за ней особо не следил, но эта Изида в одиночку пыталась атаковать, и, честно говоря, это не тактика. Не та тактика, хотя, смотри, как я и говорил, тяжелый сетап, склерозник у нас на Титана в Вулкане, Изида ему помогает, но я вижу большое количество Африку противника. Подхват от Твинца, правда, тут уже мины есть, нарвется, скорее всего, он... Нет, не нарывается он на мину, но тут его уже встречает Ранзер. Успешно возвращает флаг. И я видел тут как минимум три Африки. Вон у Пеза, Андрей Ермоленко, и как раз таки у Пехливана я видел то же самое. Ермоленко каким-то образом подхватывает флаг. Казалось бы, невозможно сдвинуть Титан, но у него это получилось. Подвинуть можно.
Да? Нельзя просто так взять и... А, там титан немножко, я как поняла, титан немножко подвинулся, что можно было флаг взять. Ну, вот это вот движение его привело как раз-таки к тому, что Даже флаг был оператор оставлен. подсказывает, что оператора сдвинуть можно. Да, все-таки двигать оператора не надо, а вот титан, ну, честно говоря, его все равно тяжко сдвинуть, даже когда он боком стоит, но тем более на воспике. Ну, Не, но как... если боком, то немножко можно сдвинуть. Ну, казалось, он вроде стоял А на если еще фланге. я отдача от вулкана, то проще простого. Да, ну, здесь, конечно, можно будет пересмотреть уже потом эпизод, понять, в чем дело, но я думаю, этим уже будут заниматься как раз-таки игроки проигравшей команды. Возможно, они предпримут какие-то, я не знаю, исправления ошибок в дальнейшем. Двойной заход от красных, А зато Роуз-то довозит уже флаг до своей базы. довозит, сбрасывает Ранзер, но только довезет ли Ранзер флаг? Не довезет он минус трек. Неплохо сейчас Ранзера так подвез Ермоленга, фактически до флага, как настоящий, я бы так назвал, наверное, таксист, но подхватил Сэм Грант, отталкивает он Нет, там будет Ранзера. доставка. Да, доставка 1-1, все-таки уже что-то, игра как-то пошла у синей команды. Роллс идет по правому флангу, там будет накидывать рельсу, отличный прострел, убивает он Пьеза, остается 1-1 с Андреем Ермоленко. Получает рельсу. И у нас массовая атака была в исполнении красных, но остался Твинс, которого, скорее всего, убьют. Но, правда, он успевает подходить флаг. Но ни к чему это не привело. Опять я вижу одиночные заходы в исполнении Ранзера. Уже пришел ему на подхват Сэм Грант, который помогает разбираться с противниками. Ну, судя по всему, сейчас и Сэм Гранда, и Ранзера разберут. Хотя нет, тут у Ранзера есть аптечка, а вот, прошу прощения, у Сэм Гранда, а вот у Ранзера такой возможности нету. И Рус, к сожалению, немножечко здесь опаздывает. Дал он рельсу Деферу, но Дефер все еще стоит на месте. Даже в связи с тем, что Изида отсутствует у красной команды, у Революшн, то это не мешает им спокойно оборонять свой флаг. Опять я вижу склерозник разбирается с тем же твинцом. И опять тот же твинц спокойно вывозит флаг у склерозника. Причем непонятно, почему склерозник стрелял не по флагоносу, а по вот как раз-таки смоке. Это весьма странное поведение, на мой взгляд. И все-таки странно, почему игроки, которые заходят на синюю базу, не убивают сначала Изину, которая будет мешать им бить склерозника. Тут, знаешь, все-таки, скорее всего, есть такие установки, что приоритет нужно давать Изиде, но просто если есть возможность каким-то образом сдвинуть Титана, ну, я думаю, это уже не первый раз мы видим, как его спокойно сдвигают, то игроки просто понимают, что нет смысла бодаться с двумя игроками, ведь можно попытаться элементарно чуть-чуть подвинуть Титан и тем самым взять флажочек. В принципе, я думаю, такая вот у них... Такой вот настрой у них на бой и такие тактические установки. Рулс борется против двух. Сэм Грант заходит опять в одиночку. Спокойно его сливают. И все. На этом атака закончена. Конечно, да, Рулс будет периодически постреливать в Дефера. Но кому-то такому кардинальному, или тем более к увозу флагу, это не приведет. Ермоленко занимает неплохую позицию, тоже накидывает урон Деферу. Двойной заход я вижу с правого фланга красных. Смока в связке с Твинцом. Сейчас будут проблемы у склерозника. Приезжает Рулс на помощь. Успевает съесть аптечку Твинс. И уже Изида здесь приходит на задержание. Отлично справляется склерозник. И остается убить Метина, у которого наверняка есть еще аптечка. У склерозника такой возможности нет. Но Изида вовремя успевает подлечить. Заходит огнемет здесь. Видишь, как раз-таки он пытается сдвинуть Титан, потому что Изида в это время отъезжает, непонятно зачем. И у него получилось весьма успешно, только теперь нужно доехать До без всяких размены. происшествий. Да, до своей базы хотя бы доехать. Андрей Ермоленко опять подхватывает, только теперь преимущество у Роуза, Роуз на ДД и броне, и он возвращает, в принципе, флаг. Ну, это будет третья доставка со стороны крейсеров. Да, неплохо, конечно. Перехватили инициативу
Синий у нас, пока Рус разбирался с тем флагом, там Грант вывез. И, кстати, как сейчас мы видим, вывозит у нас Рус флаг. Может быть, что-то будет даже 4-1. Ранзер защищает своим телом, чтобы Вулкан как раз-таки не стрелял по Васпику. Но здесь у нас, прошу прощения, Смока на перехвате. Ой-ой-ой, как-то проскакивает Ранзер над танком. И, судя по всему, будет размен у нас. Потому что Твинс как раз-таки Пехлеван вывез. Да, это у нас размен. Четвером стоят The Crisis на своей базе. Сэм Грант разбирается с Пезом. Не знаю, зачем Пес, конечно, выехал в атаку. Нужно было ему, может быть, все-таки где-то в дефе постоять или просто занять фланг. Но я не как по центру. Гейммастер в полуминусе. Ему вряд ли поможет Митин. Митина сливает. К тому же, да, пока что преимущество небольшое есть у CD команды. Я вижу заход. Сэм Грант, Ранзер и Рулс тут готовятся вернуть флаг. Уже у Ранзера аптечка, которой он воспользовался. Прострел от Рулза остается не на... На пол хп оставался, но здесь аптечка вовремя сработала. И Рус зря, конечно, полез. К тому же он уже без аптечки остался и ничего он особо не сделал. Ну и неплохо так отбились у нас игроки. Revolution. Андрей Ермоленко также в одиночку пытается показать, кто в доме хозяин. Но, к сожалению, не получается у него это сделать. Спокойно с ним разбирается. Тем временем у склерозника заходит трое. Митин, Пихлеван и Геймастер. И тут, скорее всего, будет возврат. Да, успеют ли доставить. И у нас размен, опять-таки, пока что. Вернули, отлично, флаг. Игроки синие, опять очередной подхват. Опять Геймастер, который частенько уже светился до этого в первом раунде. Подхватывая флажки, не стал он брать ДД. По каким-то причинам. Оставил он Андрея Ермоленко, и теперь будет у Ермоленко проблемы. Спеет его лица убить Ранзера, да, шотает, отличный выстрел. И у нас опять очередной размен. На этот раз стоять с флагом, я так понимаю, будет Пес. Ну, я вижу, что уже игроки The Crisis заняли позиции. Склерозник на Титана Вулкане выдвигается на Пезу. У Пеза будет проблема сейчас, но с другой стороны у Ранзера тоже будут проблемы. На него выдвигаются 4 игрока, и даже если он сядет с аптечкой, ему это не поможет. Его сейчас убьют, и тут не успеет даже с респом. Но Склерозник на том фланге вовремя появился. Как раз таки он выжил и спокойно вывозит флажочек в медленном таком темпе. Никто им особо не мешает, кроме надоедливой Жиги. Тут, скорее всего, уже Ранзер, да, подхватит. И у нас еще не показалось, либо Ермолько поменял тоже на Продиджи краску. Ой, да, я смотрю, он в Продиджи, но опять, вот он взял Продиджи, а теперь ему мешают другие пушки. Тот же Сэм Грант, там, не знаю, Вулкан тот же теперь будет мешать. Возврат от Рулза. Теперь нужно доставить каким-то образом флаг. Ранзер спрыгивает. Тем временем двое заходят. Ермоленко, Пихлеван и Геймастер. Ранзер зря, конечно, на мой взгляд, выехал так откровенно. Да, очередной возврат. И у нас такие вот своеобразные качели. То есть как раз пока возвращает флаг на флагштоке синих, кто-то на флагштоке красных уже вывозит этот флаг. Ну, в отличие от первого раунда, этот раунд прошел в таком в более динамичном ключе. И, знаешь, казалось бы, что вот-вот сейчас поставят флаг одна из команд, а тут возврат, и у нее уже, у другой команды вывозят. То есть весьма интересно. Посмотрим, что будет далее. Напоминаю, у нас по раундам получается 1-1 счет. И остается... Я так поняла, то, что синяя база на форсе тоже имеет немало значения, так как что Революция выиграла за синюю сторону, что Крейзеры выиграли за синюю сторону. Знаешь, вот я уже ранее говорил, как мне кажется, Форест не та карта, которая может своими сторонами как-то повлиять на игру. Потому что в целом она, эта карта симметрична, как Парма.
Только, правда, в парме есть такое небольшое отличие. И там кустик небольшое. Есть на базе. Да, да, там всего лишь кустик. То есть, по факту, это вообще симметричная карта, как и Forest. Поэтому, на мой взгляд, здесь чисто решает скилл, взаимодействие по дропу, командные взаимодействия, ну и тактические наработки, которые придумали наши команды. Но все равно они больше у тебя выигрывают за синюю сторону. Знаешь, ну, спорный момент. Вот сейчас у нас будут играть за седьмую сторону Revolution. Кто знает, как они сейчас сыграют? Во всяком случае, я склонен к тому, что именно командное взаимодействие решает, а не сторона на этой карте. Потому что в целом, если даже так взглянуть, домики есть с одной и с другой стороны, кусты есть с одной и с другой стороны, поэтому... ну, скорее такое случайное стечение обстоятельств, потому что первый раунд... То, что первый раунд как раз-таки у нас начали с таким весьма неплохим задором Revolution. Они играли на тяжелом сетапе. А как раз-таки The Crazies у нас играли без тяжелого танка. И, собственно, возможно, поэтому они проиграли, но посмотрим. Мы уничтожились наши игроки, начался раунд. Начинают в 4 танка с левого фланга красный у нас, склерозник. Также на своем сетапе, в принципе, я каких-либо изменений не вижу, только вижу, изменения. Что Андрей Ерболенко переодел краску опять на Африку. Папа изменился, это енота на саванну, и Сэм Грант делал замес на рикошет. Уже Дон рикошет? Дональд. Он да. Же только что был на... А, нет, это Ранзер был на Жиге, прошу прощения. Ну, посчитал. Да, на рикошете он. Знаешь, правильное решение, потому что все-таки Африка, насколько я помню, там есть резист от молота. Конечно, я могу ошибаться. Молот, вулкан, еще какие-то пушки. Да, я сейчас даже, наверное, уточню этот вопрос. А по этим временем на склерозника заходят три танка, его, конечно, разбирают, подхватывает Твинс, там еще и Зида. Я вижу как раз-таки Зиду, геймастер, пересел он с огнемета. А тем временем я посмотрел, в Африке у нас резист от Твинса, Грома, Молота и Вулкана. Да, в принципе, правильно сделал Сэм Грант, что делал рикошет. Весьма болезненные его шарики будут отражаться на игроках на противоположной команды. Ну, даже Дефим будет, это Пьезу немножко больновато. Но ну, Сэм Грант увозит флаг, уже довозит до своих респов. И Никин пытается перехватить в одиночку. Там еще, смотри, Андрей Ермоленко сверху. Ну, правда, он... прострелил, судя по всему, склерозника. Я вижу также изменение. Пьезу у нас одел краску Prodigy. То есть, видимо, My Life My Rules ему очень сильно надоел. Ну, все же Prodigy в Дэйфе ничего до добра не доведет, это уж точно. Потому что не только Шнарель сам будет заходить на базу. Ну вот посмотрим, к чему это приведет. Во всяком случае, думаю, после этого Рулс отстанет от Пьеса и не будет по нему стрелять, как он до этого делал. Массовый заход у нас был, как раз таки, который привел к возврату, и счет открывает у нас Revolution со счетом 1-0. Геймастер будет уходить от стримбы вулкана, и он уходит успешно. Ну там, смотри, на перехват ему Папай с Сэм Грандом едут, и отличный прострел. Ну Папайя прострел. Уже нету. Папайя действительно нету, тут, правда, Рус готовится, неплохо он будет сейчас спрыгивать, и что же, перестреляет ли он Твинца рикошета? Нужно было, конечно, ему на флаг сразу, наверное, ехать, попытаться выдернуть, потому что здесь будут проблемы теперь, и, скорее всего, это будет второй флаг Твинца все-таки дотолкнули до флагштока, и счет уже 2-0. Однако, я смотрю, синие не прекращают атаковать. Опять Метин на склерозника. Тут уже Зида будет пытаться что-то сделать. И не, как Метин мне кажется... сейчас убьет. Да, Метин убивает. Тут, знаешь, мне показалось, что Папай немного либо задержка, либо просто не понимает, что нужно делать в той ситуации, когда толкают как раз таки Титана. То есть он видит, что к нему прижался... Викинг, логично, что нужно с той стороны подпереть, потому что, скорее всего, игрок уже начинает сталкивать Титан с флагштока. Но, знаешь, очень поздно это происходит, и Папай поздно реагирует на такие эпизоды. Ранзер у нас наводил шорох на базе синих, конечно, там с ним Пьес разобрался.
Один раз убили этого Дефера, в то время как Склерозника уже убили аж 3 раза. Гейммастер, Митин, Пихлеван тут неплохо заходили. С ним, конечно, также неплохо разобрались. Ранзер во многом тоже своим огнеметом привнес некоторую боль команде синих. Поплодился он как раз таки такой дерзостью, убил его Ермоленко с ДД. Ну и пока что не особо прессингуют у нас красные. Остается 5 минут с небольшим до конца этого раунда. Им нужно что-то предпринимать. Пока что преимущество полностью на стороне синей команды. Я вижу, частенько они атакуют по 2-3 танка. Что нельзя сказать как раз таки о команде красных. Вот сейчас подхватил Твинс неплохо. Он как раз таки играет. По-моему, это краска Марс, если не ошибаюсь. Конечно, Роуз так красиво промазал по двум танкам. Ну, все-таки иногда рельса дает испугался, осечку. Испугался шариков от Твинца. Может быть, не исключено, но... Как я говорил, преимущество пока что на стороне синих. Вот, казалось бы, что тут такого... Стороны ну, за 5 минут еще можно, в принципе, увести 4 фланга. Насколько я помню, по игре на Форесте. Я думаю, вполне-то тут достаточно даже сравнять счет. Ну и, знаешь, может быть, я уже так начинаю предполагать, у нас пенальти. Будет ничья. Нет, для начала будет ничья. Я имею в виду вообще по бою. Пенальти вроде бы не играются. Нет, пенальти, да, не играются, потому что у нас пока что групповой этап. Насколько я помню, у нас пенальти играются уже в плей-оффе. Так вот, от Твинца неплохо он разбирается как раз-таки с Папаем, но скрит. И я вижу, у нас Склерозник как раз-таки на смоке. Ну, судя по всему, надоело ему играть на вулкане, либо посчитал он, что пушка теперь не актуальна. Посмотрим, насколько будет эффективен этот сетап. А Гейммастер в прошлом раунде играл сегодня на Жиге? Да, он был на Хантер Жиге, сейчас он в Визиде. Я просто смотрю, что-то у них где-то у Революции не было визитки. Да, не было. Ну, может быть, прошлый раунд показал им, что все-таки стоит ее использовать. И я вижу неплохой заход Гейммастера и Пихлевана, но, к сожалению, Гейммастер выехал как раз таки своего напарника и нарвался сразу же на мину, то есть умер он. Тем самым Склерозник пытается расстреливать, тут, ну правда, Гейммастер уже успел каким-то образом чудом доехать, спокойно он полечит своего напарника. Нужно теперь удержать флаг, но флаг-то уже вывезли игроки красной команды, Ранзер в минусе у нас. И кто же? Папай. Папай вывез флаг. И у нас размен. Пока что размен у нас неравнозначный, поскольку флаг держит Пес, а у красных держит Папай на Изиде. Весьма легкий корпус. Даже My Life, My Rules умудрился переодеться на Вика Твинс Продиджи, если не ошибаюсь. Правильно ведь? My Life, My Rules. Я даже его пока что не вижу. Да, увидел Вика Твинс Продиджи. Не знаю, насколько это будет эффективно. Опять-таки, я бы все-таки предпочел рикошет Твинцу. И у нас продолжается размен. Остается 2 минуты. Нужно команде красных предпринимать что-то. Хотя бы попытаться сравнять счет. Склерозник 1-2 борется. Ну, это будет возраст со стороны Революции. Кто знает, вот видишь, как отлично прострелил Сэм Грант. И у нас, я так понимаю, возврат обоюдный. Да, возврат обоюдный. Не, обоюдный ВОЗ. Да, обоюдный ВОЗ. Гейммастер и Ранзер вывозят флажки своих соперников. Гейммастер сбросил как раз таки Митину. И Митин у нас, я смотрю, он переодел краску, да, взял он Саванну. А Пес у нас взял Тайгу. Размен Склерозника. Будут проблемы. Это будет возврат. Одна рельса решила
этот эпизод. Да, конечно, на подхвате опять есть Ранзер. Да, он вылезет флажок, скорее всего. Но вот в открытую стоять на тяжелом корпусе, да против рельсы, это не самая лучшая затея. Опять склерозник остается не против трех. Опять с ним неплохо разбираются. И Ранзер тут уже. Зажимать 4 корпуса. Да, если у него аптека, да, есть. Но его все равно убьют. Ну, кто знает. Вот он не успел довернуть корпус и пушку, а хотя он мог спокойно убить того Васпика, который ему много боли причинил. Вывозит у нас Семгрант. Так не могут доставить этот флаг игроки Revolution. Все-таки не получается. То один игрок возит, то второй. Но у них неплохо получается возвращать эти флаги. Не хотят отдавать 4-й флаг им. Вообще не хотят. Не хотят отдавать 4-й флаг, действительно. Но, знаешь, флаг престижа, как говорится, почему бы и нет, я имею в виду, могли успеет бы. Успеет доставить за 5 секунд до конца. Нет, все-таки отдаю флаг команде Revolution. И счет 4-0. Пока что по итогу 3 раундов. 2-1. Да, в пользу Революции. 2-1 в пользу Революции. И остается последний раунд, который может либо свести счет на ничью, либо в пользу Revolution. Ну что же, это мы сейчас увидим. Ну смотри, вот ты говоришь опять, что у нас сторона синяя как-то сторона влияет. А вот кто знает, может быть сейчас подавленные, разбитые, условно, я их так назову, команда синих не сможет затащить в этот раз за синих. И тогда твоя цитата по поводу стороны будет не актуальна. Ну, раунд впереди, посмотрим, что будет. Да, я с тобой соглашусь. Вижу, что какие-то, наверное, изменения будут. Сэмбранд стоит My Life Morals. Возможно, сейчас думают над тем, что кому одеть. Что касается красных, то красные вовсю у нас отжимают дроп. Возможно, каким-то образом они для себя где-то записывают, какой дроп во сколько выпадает. Хотя у нас Dream Team. ТОВ, как говорится, бои без правил. Но, во всяком случае, думаю, те же аптечки игроки обеих команд каким-то образом контролируют. Но все же даже те аптечки, которые выпадают дропом, они тоже имеют большую, ну, кажется. Да, оно так и есть. То есть, если ты можешь как-то там продержаться без ДДшки, например, или без брони, да вот без аптечки тяжко будет, учитывая то, что, возможно, ты свою смог уже реализовать, к примеру, на подходе к вражеской базе, а вот помочь вывести флаг поможет тебе как раз-таки та аптечка, которая где-то лежит и ждет тебя. В ожидании того, что кто-то сидит. В ожидании того, что ты сможешь ей воспользоваться, показать свои навыки и доставить флаг. Самоуничтожаются наши игроки, вижу какие-то изменения у нас тактические. Изменения по сетапу, изменил вооружение Рулс, Папай, Склерозник и Семгрант. Что у нас по вооружению? Митин только. Рулс на рельсу пересел, Семгрант одел енота, рикошет, соответственно, на викинге, Ранзер все так же, только сменил краску. И кто же еще? Кто же еще? Склерозник. Митин. Нет, Склерозник, смотри, изменил краску и изменил пушку у нас. Ну, я смотрю, никто не использует у нас как раз-таки краску на премиум. Не, ну, премиум краски здесь как бы немного толка, так будете постоянно фокусить, и слишком мало процент защиты. Ну, у премиума, то есть преимущество по сравнению с другими красками, это то, что она защищает резист 15% от мин. То есть ни одна другая краска не защищает от мин, как эта. Не, ну все же резист по пушкам мало дает, то есть, ну, достаточно много себе дает, так как слишком ее мало. Да, я с тобой соглашусь, но знаешь, я лично сталкивался с тем, как многие, в том числе иностранные игроки там, английских команд, например, жаловались на то, что того, что премиум якобы не запрещен у нас по правилам, а он действительно не запрещен, то есть можно спокойно использовать эту краску, то эта краска дала такое гигантское преимущество команде, которая ее использовала, и якобы из-за этого они проиграли. Но я уверяю наших зрителей, что
А премиум не настолько, крутая краска, чтобы как-то сильно влиять на игру. У нас Хотя неплохо. Тем временем революция пытается вести второй флаг, но Ранцер пытался перевернуть корпус. Нет, не перевернул все-таки. И не достроил второй флаг. Пытался Митин как раз таки перевернуть на гусеницу своего напарника, пострелял, понял, что это бесполезно. Бесполезно, да, и сказал: отстань от меня, я пойду по своим делам. И пришлось самоуничтожиться как раз таки. Пихлеван, заход от Руса. Непонятно, почему он в одиночку пытается зайти на вражескую базу, причем понимая, что его уже спалили. Вот непонятно мне эта тактика. Зато Ранзер подходил момент. Да, ему даст сейчас рельса дарит Ермоленко. Ну, я думаю, у Ранзера есть в запасе аптека. Вывозит он флажочек. В это время Митин увозит третий флаг себе уже на респы и скидывает он почему-то гейммастеру флаг. А нет, не гейммастеру. Пихлеван он скидывает, но, судя по всему, Пезу дадут. Да, так оно и есть. Мне пока что непонятно, почему вот так спокойно вывозят флаг у склерозника. Я понимаю, у него опять... Сталкивают. Но, знаешь, я не видел, чтобы вот так же спокойно могли игроки команды The Crisis вывести флаг у своих оппонентов. То есть все равно приходится убивать того же Титана. И только после этого они вывозят флаг. У нас размен. Стоит с флагом Пес и стоит с флагом у нас Склерозник. Ну что ж, логично. Два тяжелых корпуса. Только Папай теперь помогает в дефе, потому что понимает, что потеря еще одного флага чревата катастрофическими последствиями, если сейчас не выиграют этот раунд команды синих, а именно The Crisis, то, в общем-то, 3 очка достанутся их оппонентам Revolution. Тут он даже и ничья хорошо подойдет, так как все равно революция выйдет это дальше, пройдет точнее. Да, так оно и есть. Но знаешь, все-таки приятно получить хотя бы 1 очко, а никак не 0. Так что из 2 бед нужно выбирать то, которое больше подходит. То есть, если есть плохое и очень плохое, лучше выбрать, конечно, плохое. Гейммастер в одиночку пытался тут разобраться, но не получилось. На него 3. Игрока загрелась. Просит Митина обновиться. Почему? Честно говоря, я сейчас сверху слежу за ним. Я, в принципе, особо ничего не вижу. Да, он вроде... Да нет, вроде все нормально, лично у меня. Но, опять-таки, думаю, в трансляции виднее будет. И продолжается затяжной размен. И Розник опять остается один против... Ермоленко, правда, Ранзер вовремя тут успевает. Разбирается спокойно с этой рельсой, и тут уже проблема склерозника. Да, тут Папай, конечно, помогает, но старается Митин каким-то образом встать так, чтобы Изида не смогла полечить сквозь корпус, но все-таки она лечит. И помогает здесь еще Роуз. Андрей Ермоленко немножечко не успевает помочь своей команде. И что же, эта доставка у нас все-таки успевает. Успевает The Crisis поставить. Что-то уже 2-1 остается им. Как минимум один флаг, чтобы была ничья. Но если не хотят ничью в целом матче, то им нужно как минимум 2 флага доставить. Но пока что я вижу, как Wicked Wind спокойно вывозит флажочек. И у нас... обоюдный ВОЗ, я так понимаю, да, обоюдный ВОЗ, Рулс уже готов тут был поставить, но увидел, что на флагштоке у нас не стоит флаг, и размен, остается 4 минуты, пока что в атаку пошел склерозник, не знаю, к чему это, он решил в одиночку сходить, в итоге это не привело к каким-то либо божественным последствиям. Сэм Грант 1-1 будет бороться сейчас с Пезом, без... брони, без ДДшки, Ранзер тут-то подхватит, готовится, и сейчас нарывается, да, Ранзер на мину, как я и думал, хотя если бы он на мину не нарвался, было бы у него преимущество. Папай, 1-1, или не решится все-таки он выезжать? Нет, все-таки выехал, он очень поздно, и непонятно, почему он до конца тогда не борется.
Непонятна мне ситуация этого игрока. Тем временем на базе Крейзиса Склерозника атакуют два корпуса. Это будет возврат со стороны Революции. Это будет доставка третьего флага, смотри, наверное. Смотри, тут Андрей Ермоленко еще имеет большие проблемы. Сэм Грант успевает дать ему шарик. Вот, казалось бы, рикошет. Не будет. Да, не позволил он так просто поставить флаг, вывозит. Теперь нужно спокойно дефить, но дефить спокойно не получается. Гейммастер уже вывез флаг на респаун своей команды, и там его встречают уже свои же тиммейты. Склерозник только лишь так нехотя смотрит догонку, возможно, негативно думая в сторону этого гейммастера, который вывез у него флаг. Сэм Грант с флагом стоит. Склерозник, судя по всему, будет ему помогать. Гейммастер не видит, наверное, где находится. Так, сбросили. И у нас массовая атака на флагоносца Revolution. Ну, Ранзера, он закончился баллон, нет аптечки, и, в принципе, на этом все заканчивается. Сэм Грант уже опоздал с атакой, его тоже спокойно разбирают, но он в полный минус отправляет геймастера, который только-только еще и свеженький оказался при этом. Ну, скорее всего, отдачи не хватит, чтобы поставить на колеса этот корпус. Пока что преимущество на стороне The Crazies у нас, потому что один в полуминусе. И сейчас массовый заход, 4 танка, смогут ли они вернуть флаг или нет. Папай зачем-то уходит, позволяя уехать Твинцу. И теперь нужно будет каким-то образом разбираться со всеми игроками. Рус стреляет то по рельсе, то по Твинцу, позволяют уехать этому викингу. Спокойно он выдерживает, также дамаг от своих соперников, тут еще и Зид ему пытается что-то сделать, но, видишь, нескоординированная, неэффективная атака привела к такому, к таким последствиям, конечно же. Хотя шанс весьма неплохой был, и... Ну, очередной заход они планируют сделать на без 4. А гейммастер в одиночку хочет попробовать вернуть флаг. Ну, кстати говоря, у них-то... Остается всего немного времени, 55 секунд, чтобы как минимум вернуть флаг и при этом подхватить еще следующий. Ранзер с Рулзом пытаются что-то сделать, Папай опять не успевает. Папай, ну тогда ехать уже до конца, коли двинулся. Рулз убивает, но нужно вернуть. И да, все-таки подхватил Ермоленко флаг, Папай тут не успел. Не хотят Revolution отдавать им флаг. Потому что не понимают, что ну, могут свести ребята к ничью и получить по одному очку вообще за матч. Да, так оно и есть. И, судя по всему, у нас таким счетом, за счетом 2-1, закончится этот раунд. Остается 10 секунд. У Пехлевана была аптечка, в принципе, да. Ничто ему уже не угрожает. И что ж, за счетом 2-1 в этом раунде побеждает у нас команда Revolution. Да и в целом, со счетом, получается, 3-1 побеждает в бою. Ну что ж, на этом у нас трансляция этого боя закончена. Также будут трансляции следующих боев, поэтому не переключайтесь, а мы уходим на короткую паузу.